Всем привет, ребят. Сегодня я на аккаунте, который вы уже видели, он участвовал в интернациональном батл роллинге моего подписчика Артура. К сожалению, мы ничего ему тогда не выбили. Тогда нас полностью английский сервак унизил роллом и легендопадом. Не знаю, там просто нападало немерено всего. Конечно, там аккаунт был бездонатный, тут аккаунт донатный. И там намного круче все падало. Вот кто хочет посмотреть, это был вот этот вот видосик, где мы выбивали героев, то есть новая, скажем так, рубрика на моем канале Rolling Battle, где аккаунты друг против друга, скажем так, воюют на ролл, у кого лучше упадет, у кого хуже упадет, возможно, будет вот конем, если там очень все печально. То есть вот этот вот был батл, я его закрою. Кто захочет, может перейти посмотреть, есть целый плейлист. Так, ну что, у нас сегодня рынок есть, и я ему обещал, и у нас есть сегодня герой, который ему нужен был. Это стрелок, и мы сегодня его заберем, также скины. Так, делаем заглушечку. Пара минут, ребят, и мы закончим с этим аккаунтом. Вот так вот. Ну, надеюсь, ему дальше больше повезет. Сегодня неплохой рынок. Я уже у себя его забрал. Видосик попозже вам выложу. Ну, а пока побегаю по аккаунтам, которым был обещан ход конем. Так, ну все, забрали. Почтовый ящик забрать. Варлоки, скин. Скин на стрелка. Не знаю, нужен, не нужен. Сейчас проверим. Ну и заберем уже стрелка. Так, 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 так. Идем сначала сюда. Все, есть у него облик. Поздравляю. Один и облик второй. Тоже с этим поздравляю. Так. Ну, есть облик, а стрелка еще нет. Так, побежали. Не туда немножко забежал. Стрелок. Есть. Вот так вот, теперь у тебя есть стрелок, надеюсь, он тебе поможет в дальнейшем развитии твоего аккаунта, с чем тебя поздравляю. Давайте сейчас посмотрим, что там у нас по ресурсам еще есть, может его немножко прокачаем и попробуем найти ему какой-то талантик. Так. С замедлением у нас сразу скин откроем. Четвертое исцеление. Вот так вот. Давайте. Карты смены есть. Мы тогда здесь оставляли ресурсы. Так. Ну, поехали. Бум. Просвещение ставим. Коррозия. Коррозия, коррозия, коррозия. Ну, блин. Хороший когда-то был талант, сейчас он рунами более актуальный. Кстати, в последнее время что-то корку не особо продают, как ни странно. Так, тут берс, ну вот можно здесь поменять, получше будет, чем берс. Так, поехали дальше. Бег, понятно все. Ярость небес, тоже все понятно. Ну, это жесть, ребята, невезущий какой-то у него аккаунт на эти все дела. Так, варлок у нас ремка и
Давайте поставим пока варлоку. Так. Это у него даже основной варлок был такой. Так. Да, с талантиками тут у нас беда. Беда полная. Так, что у нас тут еще есть интересное по акциям? Ну, давайте попробуем акции зайдем. А вдруг Огнекрыл нам упадет с второй попытки? Редкое яйцо. 50 кристаллов. Ну, в общем, вот так вот. Ничего интересного. Так. Чтобы вы понимали, надо нормально самиков. Точнее, нормально купить, чтобы здесь все было отлично. Так. Анубис Ронин Стрелок Фрея. Нужен Анубис Ронин Стрелок Фрея. Вот это было бы неплохо одержимой. Сразу с первой попытки Одер упал неплохо. Ну, стрелка мы уже собрали. Надо Ронина, Анубиса и Фрею. Так, все понятно. Получить. Ну что, давайте все-таки попробуем доролить. Может, все-таки повезет. Стрелка он прокачает. Ресурсы на прокачку у него есть. Так. Поехали. Рыцарь-хранитель. Неплохо. Бог Рома. Паладин. Асура? Да ладно. Надеюсь, у него Асуры-то нет. Да, еще, ребят, один недостающий герой. Отлично. Ну, поздравляю. Выбили тебе даже Асурика. Давайте сразу его откроем. Вот так вот. Так, ну поехали дальше. Еще надо куча героев. Кенди. Гарпия. Всадник Фрэнки. Ну, так, а Фрэнки у него есть или нету? Сейчас посмотрим. Фрэнки. Блин, и Фрэнки нету, что ли? Офигеть. Ну что, поздравляю еще с одним недостающим. Вот так вот. Сегодня удача уже на твоей стороне. Еще и Фрэнки достали. Супер. Конечно, с талантиками у него беда. Но надеюсь, он это все исправит со временем. Вот так вот, ребят. В принципе, я считаю, очень и очень даже неплохо. Будем надеяться, что он докачает героев. Так. Что там у нас еще по плюшкам? Ну, есть у него на прокачку, но по талантикам надо еще копить. Ну, героев, видите, героев хватает. Ну, не везет где-то ему. Так, это рунки. Там еще у нас, по-моему, акция бинго есть. Сейчас зайдем туда, посмотрим, что там. Дают. Да, вот такая вот версус битва была. Я, честно говоря, удивлен, что наш сервер прям так проиграл. И причем конкретно по сравнению с английским, учитывая, что на английском такие акции идут, там еще и дроп такой. Возможно, это было совпадение, не знаю.
В любом случае, мы свое дело сделали. Так. Там, по-моему, тоже Асура выпал в том батле. Только на английском. Так, окей. Еще дополнительно забрали. Ну, в принципе, все, ребят. Пишите комменты, кидайте заявочки. Обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыло. Ссылочка в описании. Всем пока, всем удачи.